люди учатся друг друга понимать, воспринимать как личности, вне зависимости от отношений, тогда они могут взаимодействовать по-настоящему и создавать что-то общее. Так я желаю всем вам, всем нам научиться действительно реализовывать себя в отношениях и уметь строить что-то общее. А следующая композиция, к чему эта речь была, потому что следующая композиция, помимо «Дня влюбленных», называется «In Love». Это тоже авторская композиция, сейчас мы ее для вас сыграем.